Узкий коридор здания ЗЭС буквально завален игрушками и вещами. Их закупили молодые специалисты предприятия для воспитанников дома малютки в Светлом. Постарались собрать самые качественные игрушки. Желательно отдавали предпочтение мы советскому производителю, ну, то бишь российскому. Ну, в общем, все красивенько, ярко. Я думаю, им понравится. Молодежный совет западных электрических сетей организовали год назад. Но даже за столь короткий срок работники сделали немало. Ребята своими силами отремонтировали детскую площадку по Ленинградскому проспекту. Полностью перекрасили игровые конструкции, установили лавочку и урны. Они так давно организовали сбор средств. Откликнулись все работники предприятия. К акции также присоединились и специалисты энергосбыта. Мы заранее связались с руководством дома малютки, и они нам огласили список, в чем они особо нуждаются. И мы по этому списку приобрели им блендер для готовки детской еды, пюре, фильтр для воды встраиваемый, заменим им лампы, освещение сделаем. Светлинский дом ребенка находится в 70 километрах от Мирного. Чтобы доставить собранные вещи до адресата, руководство ЗЭС выделило машину. Подаркам здесь рады всегда. Сегодня здесь находятся 7 детей, по разным причинам оставшиеся без родителей. Подарили такой красивый диванчик, который дети очень-очень полюбили сразу. Спасибо вам, будем еще сотрудничать. Молодые специалисты уверены, эта акция лишь начало. Говорят, помогать этим малышам теперь будут постоянно. Ивана Филиппова, Антон Каханский, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».